Отключение и удаление видеоэффекта. Для того, чтобы отключить или удалить видеоэффект, сначала вам нужно выбрать видеофрагмент, с которого вы хотите удалить или отключить видеоэффект. Выберите видеофрагмент и нажмите на него левой клавишей мыши. Затем в главном меню в разделе «Инструментарий» выберите «Добавление видеоэффект» левой клавишей мыши. Слева в списке видеоэффектов вы увидите все эффекты, которые содержатся в этом видеофрагменте. Для того, чтобы удалить эффект, вам нужно выбрать нужный, например, размытие, и нажать кнопочку рядом с добавлением эффекта. Такая корзиночка означает удалить эффект. Как видите, эффект исчез. Для того, чтобы отключить эффект без удаления, вы также можете выбрать эффект левой клавишей мыши и снять галочку одним нажатием левой клавиши мыши. Галочки нет. Это значит, что видеоэффект сохранил все свои настройки, но в данном фрагменте, если вы просмотрите его, он будет отключен. Осталась только морская волна, которая включена. Точно так же можно включить одним нажатием левой клавиши. Как включить, так и отключить. Нажимаем play, то мы видим нашу волну.